Вы знаете, друзья, уже как-то неловко становится каждый раз стартовать видос с одной и той же фразой. Мне снова повезло. И повезло так, как не везло никогда. С каждым разом планка все выше и выше. На этот раз я поймал карту, которая по факту является самой дорогой FIFA 23. Ну, из тех, кого я ловил, естественно. До какого-то момента был это Эусебио, потом мне упал Зидан. Ну и совсем недавно мне упал Габриэль Жезус, и теперь упал он. Помните, как я в последнем своем видеоролике сидел и думал, кто же мне подойдет на позицию центрального защитника больше? Бруно Гимараеш, либо Жейлтон? Да, я понял уже, что я неправильно произношу его фамилию, меня многие поправляли в комментариях, но мне в целом как-то похуй. Проблема решила сама себя, ни Бруно Гимараеш, ни Жейлтон мне нахрен не нужны. Так, друзья, у нас тут вышли пики на героев, и пики непростые, а FIFA World Cup, Fantasy или же Титаны. Но вот одна проблема, в Титанах, по сути, там можно поймать только двух героев достойных, это Лусио и Яя Туре. А вдруг, в последнее время мне везет. Так, слева Титан, Сульшер, такое себе, посередке World Cup и справа еще один Титан. Давайте с золотого начнем. Так, это у нас золотой, обычный, вряд ли это что-то хорошее, Донован. И, собственно, финальный Титан, может быть, потому что это Люмбер. Так, ну и давайте смотреть, кто выпадет мне на бездонатном аккаунте. Игроки вскрыты, нет ни одного дубликата, что не может не радовать. Какие типы карточек? Два Титана и один World Cup. Как и на основном аккаунте. Надеюсь, это не дубляж. Надеюсь, это не дубликат моего чудо-пика. Так, подождите, здесь что-то... О! Ебать, пацаны! Я поймал Аль-Ой-Варана. Тут даже, блядь, можно... Пиздец, как мне прет на бездонатки, ебать. Аль-Ой-Варан. Ну, это основа, по-любому. Я в ахуе. Как мне прет на бездонатки. Шок-контент. Теперь смотрим, что из титанов. 92 физуха, подождите. 83 защита, 8. Ебать! Да ну нахуй! Да ну нахуй! Бля, ну это пиздец. Я не знаю, что нахуй сказать. Это просто какой-то не... Блять, у меня слов нахуй нет. Вы это видите вообще нахуй? Как это возможно? Это пиздец, у меня нет слов. У меня просто нахуй нет слов, блять. Я Туре, блять, на бездонатки. Сколько стоит этот чудо-парень? Это пиздец. 4 миллиона монет. 4 миллиона монет стоит. Ну, 3 с копейками. Это мой самый дорогой игрок. Пацаны, мой бездонатный аккаунт официально был перебит еще в прошлом видеоролике. А в этом видеоролике мне падает Яя Туре и перебивает... Это пиздец, у меня просто нахуй, ахуй, просто нахуй, ахуй. Я просто хочу смотреть на это. Бля, мы еще третьего не видели. Ну, там даже в теории не может быть что-то лучше, поэтому... Тут просто так вот скипаем и просто охуеть. Вы понимаете, я увидел Аль-Ой-Варана, уже такой, нихуя себе. И тут Яя Туре, блядь, который стоит, блядь, почти 4 миллиона. У вас есть теория вообще, что нахуй происходит с моим бездонатным аккаунтом? Что с ним происходит? Ни рубля не задоначено, я вам напоминаю. И у меня тут состав просто улучшается с каждым, блядь, днем. Яя Туре и Зинедин Зидан в центре поля. Габриэль Жезус и Усебио в атаке. Нахуй донатить в эту игру, пацаны. Все, что я хочу вам сказать. Не донатьте в эту игру, и будут у вас ебейшие составы. Ну и хотелось бы в очередной раз поблагодарить моих хороших спонсоров из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте вы можете найти множество спортивных дисциплин, высокие коэффициентики, а также если вы еще пройдете верификацию до конца, то получите шикарный бонус фрибет в размере 1000 рублей. Ну и если вы, друзья, по каким-то причинам не можете зайти на сайт, то не забывайте, что у них есть очень удобное мобильное приложение. Все ссылочки вы найдете в закрепленном комментарии. А если вам нужны монеты, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Да, друзья... В очередной раз мне падает карточка, которая переплевывает по цене предыдущую. Это что нахрен за состав на бездонатном аккаунте? Стоит он около 12 миллионов, прошу заметить. И понятное дело, теперь мой бездонатный аккаунт становится основным. Так, друзья, произошла непредвиденная ситуация во время записи видеоролика. После, собственно, теста Туре я понял, что... Этот видос заслуживает отдельного ролика и отдельного названия. Поэтому если вы быстренько и оперативно наберете 10 тысяч лайков, я этот видос выпущу прямо завтра.
Если 10 тысяч не наберете, выпущу послезавтра. Честер, тебе там удобно? Что-то сказать хочешь? Я вам гарантирую, пацаны, этот видос будет один из самых горячих за последнее время. Вы видели мой бездонатный аккаунт, который стоит уже 12 миллионов монет. Сейчас я смотрю на свой донатный состав и не понимаю, как так получилось, что он оказался по итогу хуже, чем мой бездонатный. Ну, состав тут у меня постоянно крутится, меняется. Рубен Диеш тут вроде апнулся, либо должен апнуться, хрен его знает. Короче, нужно улучшать свой основной сквад. Закинул я 12 тысяч поинтов, и сейчас, собственно, займемся этими самыми улучшениями. Также тут у меня где-то должен быть Гарант Тотс из Red Division. Вот он, игрок Тотс Red Division. Давайте Симмонса, с кайфом его бы затестировал. Откроем этот пакетик и взглянем. Какие флаги? Греция. Ну, в принципе, ничего хорошего я на своем донатном аккаунте и не ждал. Это Павлидис. Также у меня есть куча наборов, но, естественно, я их сейчас открывать не буду. Севлю на тот сапл. Так, что здесь можно вскрыть на 12 тысяч поинтов? Давайте по нарастающей. Начнем с пака за 500 поинтов. Вот так начало. Друзья, посмотрите на этот великолепный пак. Так, окей. Переходим к паку за 1000 FIFA поинтов. Ну, как сказать. Что-то кажется... Надо забить хуй уже на свой донатный аккаунт, видимо, и проводить время только на бездонатном. Так, ну и 3 набора, друзья. Пак за 3000 поинтов. Звучит как нечто невероятное. Вроде как продаваем. Закиньте кумирчика, блять, охуеть. За 3000 поинтов пак, друзья. 3000 поинтов, это ебаный Алис. Даже не знаю, что сказать. Ну, спасибо на том, что это продаваемый пак. Так, дальше у нас пак за 2000 поинтов. 2 гарантированных 86+. Давайте скроем и посмотрим, что здесь. Блять, ни одного Тоти не будет, серьезно? Верати, Де Йонг. Ну, вы понимаете, друзья, что сейчас я занимаюсь какой-то непонятной хуйней, которую по-хорошему лучше бы не заниматься. Просто скамище ебаное. Но все ради вас, потому что мне нужно было контент чем-то заполнить в этом видеоролике. Собственно, все ради вас. Не от хорошей жизни я сейчас все эти паки открываю. Не хотелось выпускать 5-минутный ролик. Более бездарно я не смог потратить этот рейтинг в дубликатах и собрал себе голкипера. Так, ну и самый, друзья, жирный пак в магазине за 3000 поинтов. Тут нужна плашечка. Вдруг Тотси какой-нибудь невероятный выпадет. Так, у нас 26 дубликатов. С ума сойти. Блять, Тотс Данила в дубликатах. Ну ебучий случай. Есть ли вероятность того, что будет еще один Тотс? Хуй его знает. Смотрим, 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 смотрим. И нет. Вот спрашивается, зачем донатить в эту игру, друзья? Вот на что я сейчас проебал 7000 рублей? Вот ответьте мне на вопрос. Вот на что, блядь? На какую хуйню, блядь? Как мне эта хуйня заебала, пацаны? Вы просто не представляете. Каждый раз, когда я захожу в FIFA, блядь, приходится принимать пользовательские соглашения. Сейчас, наверное, еще все настройки слетели у меня. Все настройки слетают. У меня становится классика вместо альтернативы. У меня слетает ебаная камера, бля, как мне это заебало нахуй уже. Так, на бездонатке давайте откроем один пак за 35 тысяч монет. Увидим тут такой пак. Кстати, Сака сейчас стоит денег, нихуя себе. Он стоит 9 тысяч монет. Хермоса стоит 5400. Так, ну и какой пак тут можно вскрыть? Вроде есть Гарант Тотса у меня тут где-то. Да, вот он. Набор с Тотсом Эредивизии на бездонатном аккаунте. О Симмонсе не мечтаю, поэтому просто смотрим и получаем ебаного Вермана. Как он всех заебал, просто сил, блядь, нет. Он еще и дубликат, наверное, нет, не дубликат, спасибо на этом. Давайте откроем, знаете, какой набор? С 5 игроками 85+. Давайте, вскрываем. Тотс, 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 хорош, Тотс есть, какой? Давайте смотреть. Голландия. Бля, вы прикалываетесь нахуй. Он только что мне упал, блядь. Вот, ну вот только что он не упал. Не дубликат, спасибо на этом. Что внутри? Да, внутри ничего интересного. Это ебаный Верман дубликатом. Куда его пихать, даже не знаю. Ладно, друзья, на этом я, наверное, закончу мой видос. Собственно, как я вам говорил, следующий видос будет очень горячим, жарким, невероятно. Называйте его как хотите. Ради этого видоса пришлось даже сдонатить и открыть пакетики. Жаль, конечно, что ничего не упало, но главный дроп вы увидели. Это Яя Туре за 4 миллиона монет. Опять же, условия напоминаю, 10 тысяч лайков выходит видос прямо завтра. Если не набираем, то выходит послезавтра. В любом случае он выйдет, поэтому вот. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам FIFA везет не меньше, чем мне. А с вами был я, Пандос FX. Спасибо, что смотрите меня, и всем хорошего настроения. Чао, какао.